Инсульт – это состояние, при котором в результате прекращения поступления крови в головной мозг происходит повреждение или гибель нервных клеток. В зоне риска находится большая часть населения, потому что любые вредные привычки и слабая физическая активность оказывают сильное влияние на развитие болезни. Именно поэтому на плечи врачей ложится серьезная профилактическая работа. У нас создано специальное отделение профилактики медицинской. Оно занимается и борьбой с курением, и вот мы собираемся там сделать тоже монитор, будем и фильмы показывать, вот такие, чтобы люди ознакомливались со здоровым образом жизни, бросали курить, пить желательно, да. Вот, поэтому у нас, в принципе, для пациентов созданы все условия. В отделении каждый желающий может пройти необходимое обследование, первостепенно важное для профилактики инсультов, а также получить консультацию специалиста. Определяют риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, потому что это на сегодняшний день одна из первых причин смертности высокой населения – это сердечно-сосудистые заболевания. Вот. Поэтому мы всех, у нас в прошлом году проведено было 3 дня здоровья, мы проводили, мы ходили в ДК, то, чтобы привлечь население к здоровому образу жизни, проконсультировать их, сделать вот минимальные обследования, исследования. В субботу 22 ноября с 9 до 12 часов в отделении профилактики Конаковской ЦРБ состоится день борьбы с инсультом. Любой обратившийся сможет узнать о признаках инсульта и факторах риска, а главное – бесплатно пройти обследование, измерение артериального и внутриглазного давления, уровня холестерина и сахара крови, а также ЭКГ и консультация врачей-терапевтов и невролога. Приглашаются все неравнодушные к своему здоровью горожане.